Чек ван ту, как говорит один известный персонаж. На улице минус 30. Добро пожаловать в Тарков. Шучу. Это Вятские поляны. И мы находимся на испытательном полигоне завода «Молот», оружейного завода, который любезно пригласил нас для того, чтобы мы смогли для нашего проекта «Escape from Tarkov» записать звуки, видео, эмбиенты выстрелов. Специально для проекта Escape from Tarkov. Хорошо, тепло. Внимание, запись пошла. Итак, друзья, продолжается наша увлекательная работа. Сегодня пошел второй день, как мы находимся на заводе оружейном «Молот». Сейчас мы будем отстреливать различное оружие. Вот мы можете видеть, сколько тут красавцев и красавиц. И даже вот такие, завидуйте все. Это Стечкин. И сейчас будет идти запись звуков, съемка видео. Звуки именно уже для закрытых пространств. У нас пишут несколько рекордеров. Один пишет звук здесь, второй пишет звук в туннеле. Так что все по-серьезному. Магазин там, дали.
Ну, то есть их не то, что мало было. КП 545 пишем.